Z przyjemnością artyści wykonają ten spektakl. Dzień dobry, wieczoru dla Pani.
Актеры послали меня вперед, чтобы я подготовил вас, и вы не получили шок от того кошмара, который увидите сейчас на этой сцене. Все же ясно, актеры полетели с вами в Лондоне, чтобы подготовить państwa до того шоку, который сейчас tutaj odbędzie за chwilę, чтобы państwo не замерзали, чтобы не было какого-то страшного, чтобы он не поймал. Но я лично не согласен с моими актерами. Слушайте, Роди сейчас с ними не сгадза. Потому что мне кажется, что наша скромная эротика, спектакль наш эротический, не в силах переплюнуть тот массовый групповой порнографический портрет, который представляет сейчас наше правительство. Я написал эту пьесу, эту штуку «Мой бедный фюрер» после того, как был у вас в Кракове, в Польше. Петр Пшенецкий, можно сказать, крестный отец нашего спектакля. Все понимают. Прекрасно. Все понимают. Я ношу на голове такую же шапку, как у Петра, и надеюсь, что наше искусство, получившее здесь свой, так сказать, можно сказать, какой-то старт, какой-то источник, будет продолжать, и наши с вами наши контакты будут давать нам силы и для творчества, и для новых и новых спектаклей. Спасибо. Но пространство экономит, как облиться в форму массы, кроме кладбища и крови, в черной очереди кассе. Это ёж простор степной, дефляции земной. Дайте срок без приговора, кто кричит, держите вора, рисовала член в тетради, отпустите Христа ради. Я попросту не могу встать.
могу с тобой сфотографироваться. Можешь? Свадьба сегодня! Кэмпка! Кэмпка! Я госпожа. Фройда любезно согласилась стать моей женой. Сфотографируйте нас! Кэмпка! Я мой, экселленс. Как вы сами знаете своего личного опыта, русский близко. Знаю, мой герой. Может произойти все, что угодно. Поторопитесь и приготовьте к свадьбе все. Вы понимаете? Понимаю. Все, что нужно. Понял. Идите. Слава ждем. Слава. О, теперь эта свинья фрау Геринг засунет нос в собственную дугу и задохнется от зависти. Кэмпка, Кэмпка. Я, госпожа. Кэмпка, наш фюрер совершенно здоров. Слава ждю. Он не импотент. Храни вас Бог, фройлен Эва. Такие ужасы говорить. Но состояние постоянного нервного перенога одна.
Но такого звезда, господин Диколозов, как у вас в Советском Союзе не видел. У меня на глазах коммунисты и социал-демократы перебили друг друга еще до 35-го года. До! Не спорьте, господин Диколозов, не спорьте. Это дело рук Коминтерна, а он-то подчинялся Москве. Мы, национал-социалисты, палец за палец не ударили, чтобы кого-нибудь уничтожить. Всех перебили коммунисты по приказу вашего стального фюрера. Не спорьте, Дуче, Дуче свидетель. Господин комиссар, а вы видели живую Екатерину Вторую? Она была арийка и, между нами говоря, большая выдумщица в интимных отношениях. Дорогая! Господин Диколозов живет, Екатерина Вторая жила до пытности господина Диколозова послом СССР в Берлине. До? До. А, значит, еще тогда, когда послом СССР в Берлине был господин Литвинов. Как же знаем. Нет, дорогая, раньше, в 18 веке. Так вот, господа. Сотрудничество с таким бесчеловечным режимом появляется Советский Союз на человека. Это казалось мне разрывом. Рад вас видеть. Рудольф Гесс. У вас особенно. Эрнст Кальтенбрунер. Красно. Бывший посол Германии в Москве фон Шуленбург. Риббентроп. О, вас я особенно рад видеть. Роза Люксембург. Эрцгерцог Фердинанд. Откуда вы? Из Сараева. Мартин Борман. Приют слепых. 150 представителей Гитлерюгенд. Йозеф Геббельс, генерал Власов. Перут. Да. Владислав Гамулка, украинская дивизия СС Галичина. Опять? И на фронте? Слава вашему, мой сын! Слава! Thank you.
Иначе я вас придам полевому суду. Да, да я вас кепке! Я вас кепке! Я вас в Бухенвальде скрою! Бухенвальде русские кепке! Да кепке! Да кепке русские кепке! Вы, вы кепке! Приняли вас по киндерам и завалили болезнью Паркинсона! Будьте благоразумны, кепке! Будьте благоразумны, кепке! Я, фюрер Великой Германии, докатился до того, чтобы лакей издевается надо мной! Да чё вас! Да чё вас! Ну что вы нас? Что вы нас? Что вы нас? Да я вас русским выдам! А чем докажете? Чем докажешь, Эрик? Да не Эрик, не Эрик! А кто? Гитлер! Адольф Гитлер! Так здесь каждый скажет, что он Гитлер. А вы нам докажите, что вы Гитлер? Доказать? Вы нам прочтите что-нибудь из Гитлера. Прочесть, пожалуйста! Прочтите! Пожалуйста! Войну спровоцировали интернационалисты еврейской национальности! Неубедительно! Thank you.